Тихо, здорово, YouTube. С вами Арти, у нас Death Garden. Давайте посмотрим первую заставочку. Без субтитров, блядь. Society had reached its peak. Driven by greed, superpowers collided without restraint, leaving nothing but ruins behind. Без субтитров неинтересно. The enclaves, vast fortified cities of limitless resources, condemning the rest to live in the surrounding slums. Да, не, вообще не интересно, какая она громкая. Сейчас мне просто уши разорвет, чат. Быстрей. Так, голосовой чат тут даже есть, лол. Почему разрешение такое низкое? Так, полный экран в окне. Качество очень высокое. Применить. Так. Играть за охотника. Станьте олицетворением мощи с доступом к убийственному оружию. Остановите бегущих навсегда. Наше общество существует благодаря охотникам. Без них в анклав мог попасть кто угодно. И к чему бы это привело? Так, играть за сборочка. Скооперируйтесь с другими игроками, преодолейте невероятные трудности, выполните поставленные задачи и сбегите живыми. Станьте сборщиками, покажите, на что способны, только так можно заслужить место в анклаве. Ну давай. А, поиск матча жмите. А здесь выбор персонажа, снаряжение. Слушай, график-то приятненькая. F1 снаряжение. Что это? Способности. КФ. Поиск матча. Давай поиск матча сделаем. Короче, сыграем один матч и там уж подумаем, что и как. Так, у нас есть... Ага, мы можем бежать. Быстро бежать. Можем перекатываться, можем скользить. Отбой в 21.00. О, это что значит? Неплохо, неплохо вообще. Нет энергозарядов. Найдите ящик с энергозарядами, чтобы получить особые болты. Чат, хочешь особый болт? От Арти, чисто болт от Арти. Так, ладно, давай. Блин, картинка. Мне, я, короче, купил игру из-за картинки, отвечаю. Картинка охренеть какая крутая, просто божественная. Так, правила игры для сборщика. Найдите и доставьте кровь. Выходы откроются, когда ваша команда достанется до 25 единиц крови. Собирайте энергозаряды из синих ящиков, они обеспечат вас зарядами для способности наруч. Так, окей, сбегите. Опа, здорово, здорово. Ребята, уже я вижу, кстати. О, блин, я видел когда-то давно еще видосы с тестами этой игры. И они выглядели гораздо хуже. Вот у них не было таких крутых шмоток, блин. Посмотри, как выглядит. Какой крутой чел. Выглядит просто бомбезно, как будто ты такой охрененный чувак. Мы... Ой, я что, Спайдерменом играю, что ли? Через что? Смотри. Но... Жатва начинается, алло. Погнали. Возведение сада смерти. Охренеть, как круто сделали. Раньше такого не было, рели. Надо держаться, короче. Сборщики могут войти в сад. Выживите и соберите кровь. Так. Выживите и соберите кровь. А, это здоровье, я понял. Окей. Максимум энергозарядов. Так, энергозаряды у нас есть. Ходит охотник. Пока непонятно, что нужно делать. Собираем кровь. Я должен что-то прожимать, чтобы собрать кровь, интересно. Мы куда-то разбежались, мне это не нравится. Это что? Ага. Стреляйте, чтобы подсветить для своей команды. Блин, графика здесь в игре очень крутая. Короче, игра от создателей Dead by Daylight, насколько я знаю. Особо по механике она ни хрена не отличается, как я понял. Вы слышите, он бегает там? Ну, сейчас мы его найдем.
Сейчас тут как обычно за мной, да, побежит, естественно. Потом еще за охотника сыграем одну. Хорош. Блин, сидеть в кустах, это эпичненько, эпичненько. Пойдем вот к тому, он по-любому знает, что делать. Так, он собирает, тот собирает. Бежали дальше. Хорош, собрали. Какой сборщик? Он же не около меня ранен. Это вроде не около меня. Так, боеприпасы получены. Окей, а зачем нам боеприпасы? Мы можем прям гасить его или чешу? Размещение ресурса. Сейчас он придет меня карать или что? А, все. А, все, и дальше ищем кровь, я понял. Блин, охотникам, наверное, дико сложно играть, нет? Он собрал уже здесь все? Там одна единица была, одна единица, сорян за сообщение. Тикаем. Жесть, там терминатор, блядь. Терминатор за мной гонится. Мы только 30% собрали. Что это такое? Эти дроны нам мешают. О, рядом. Чертов терминатор. Сука, его слышу. Охотник использует золотой ящик. Он что, по нему стрелял? Блин, сюда, наверное, не нужно было, да, забегать? Блин, слушай, ну если здесь у этих способностей... Если здесь будут у боссов такие же билки, там и все такое, как в Day by Daylight, будет очень круто. Я слышу, как его казнили. Осталось четверо сборщиков. Что-то он его быстро казнил. Быстро. Размещаем, пока они дерутся. Нет. Угон, как дамажит. Пацаны. Охренеть. Это в натуре терминатор, алло. Ты все, я меня казнил. Ты ж, прикольно. Мне понравилось. Проиграли, конечно, но такое себе, да? А, давай найдем матч. Не, подожди, отменить поиск, перейти в команду подготовки. Слушай, выглядит прикольно, прям играется прикольно. Так, а если я хочу смены персонажа? Смотри, я одного по-любому могу купить какой-нибудь. Че, прикольные. Браконьер, инквизитор. Конечно, возьмем инквизитора. О, инквизитор играется от первого лица, я понял. И, видимо, уже все совсем по-другому. Поиск матча. Давай попробуем. Так, а что у нас есть? Что так быстро катка началась? Это они сейчас там разбегутся пока? Пока не разбегутся, я тут буду что делать?
Тяжело ранить сборщиков, используя все доступные средства. Собирайте энергозаряды из синих ящиков, они позволяют вам включить дрона, который подсвечивает сборщиков. Подойдите ближе, чтобы казнить тяжело раненого сборщика. После 4 казней откроются выходы. Окей. Левать. А, я могу быстро бегать и, собственно, все, да? Ну и круто прыгать. А, подготовка к кровавой жатве. Блин, круто, 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 круто. Дробовик у меня еще есть, да? И бесконечный патрон. Подожди, а нахрена мне тогда патроны собирать? Ну, короче, все, габелла, габелла. Я сейчас, если их найду, то это все. Охренительно выглядит. Выходит сборщик. Откройте мне, блевать. Даже следы остаются. Ну все, хозяева, выпускайте меня. Что за кьюшка, интересно, что делать кьюшка? О, ну все. Так, сенсу побольше. Блин, а как чувак терминатором-то играл, не понимаю. Я пролагал, что ли? Активируйте дроны. Тебя найду, блядь. А где ты? А где мои патроны? Они не бесконечны. Это что, клон был? Господи, если там такие обилки есть и все такое, то это очень круто. Я видел. Я видел, как ты стрелял. Так, подожди, подожди. Давай дронов запустим. Ну, дронов нужно запускать на этих штуках, я думаю. Жесть, какая дичь, где они? Что-то мне кажется, здесь карта очень большая, очень большая. Как их найти-то? Я могу только бегать на выстрелы, получается, я их не вижу. Они уже 30%. Да не, мы тут по-любому проиграем, только потому что я не знаю, как это. Они даже не пытаются в меня стрелять там или что, они просто собирают свою чертову кровь. Я их просто не вижу. Не, это нужно долго играть в эту игру, чтобы понять вообще хоть что-то. Где ты? Почему я не могу залезть? Я не могу залазить. А в прошлый раз я сюда залез. Дяня. Да это жесть, имба вообще. Тихо. Слышал? Я слышу, слышу вообще. Ну это жесть вообще, нереально, нереально, блин.
Жесть, она как двигается. И все, она просто исчезла. Где она? Я ее просто не вижу. Как мне ее найти? Ты бред. Они все кровь пытаются. Вот нету. Да как возрожден? Охренеть. Слушай, ну это какая-то мега. Мега сложная игра. За охотника. Охренеть, сколько крови собрали, да это нереально, нереально. Они еще и на другой точке собирают. Ух, жесть. Ну как в Dead by Daylight, кстати. Как в Dead by Daylight. И где? Но ты-то не сбежишь уже. Ах, сука. Ну да, жесткая игра. Короче, жесткая игра, не знаю, прикольная. Короче, одного я только смог казнить. Но прикольная, ну прикольная. За свою стоимость, а стоит она. Да тише. А стоит она, между прочим, всего 170 рублей сейчас. Еще и с двумя копиями. Это вообще можно с другом скинуться по 80. Ну, короче, крутая, крутая. Мне понравилось, мне понравилось. Давай, если ты хочешь, чтобы я, может быть, по ней стрим провел, напиши что-нибудь в комментах, лайкусик, может быть, поставишь. Ну, блин, игра прикольная, игра прикольная. Мне понравилось, мне понравилось.